Прошу вас. Не так-то просто, все непросто. Ага. И в любви, и в судьбе. Очень хорошо. Мир большой и пёстрый. Так. Счастье сам. Анна Макарина, итак, у вас сейчас три групповых и один художественный на фоне костра. Запомнили? Ой, Демьян, разоришь ты меня. Через годы преграды и тьму. Да все непросто, и может только любовь стать ключом ко всему. Со мною рядом ты идешь и молчишь, позабыв про меня. И на волшебный ключик ко мне твой профиль похож среди дня. Аж морей и городов я лечу среди звезд и огней. Вновь кричу тебе, ты ключ мой от всем на Разрешите? Все не так-то просто, все непросто. И в любви, и в судьбе, мир. Значит, завтра уходите? Уходим. Счастье сам не предложит. Понятно. Тебе. Путь к нему сквозь грозы, путь к нему. Через годы преграды и тьму. Да все непросто, и может только любовь. Может быть, завтра встретимся на Южной? Я ухожу завтра на перевал. У меня теленок пропал. Что? Что, что? Да теленок пропал. Весело? Очень. Слушайте. Не так-то просто. А я вас хотел к себе в гости пригласить. У меня вино лучшее в поселке. Так уж лучше. Через годы преграды и тьму. Лучше. Да все непросто. И может только любовь стать ключом ко всему. Привет, ребята! Валентин, здорово! Привет, Демьян! Верочка, я хочу вас снять. Ну-ка, приготовились? Про меня. Отлично! Прекрасно! Верочка, покажите свои глазки. Так, очень хорошо! Вы самая красивая туристка сезона. Это точно, Демьян! 10 карточек мне. Двадцать карточек! Все не так-то просто, все непросто. И в любви, и в судьбе мир большой и пестрый. Счастье сам не предложит тебе. Путь к нему сквозь грозы, путь к нему. Через годы преграды. Вера, я думаю, нам пора уходить. Ой, я не хочу, мне весело. Вера, минуту. День промчался, и недобрая ночь что-то шепчет нам вслед. Ты повернешь лицо ко мне, и опять будет в мире. Вы хотите мне что-то сказать? Мне все время кажется, что вы хотите мне что-то сказать. Я хочу, чтобы вы поняли. После этого путешествия мы решили с Верой Васильевной пожениться. И не врывайтесь так грубо в чужую жизнь. Это нехорошо. Не так-то просто. Пойдем. Все непросто. И в любви, и в судьбе. Мир большой и пестрый. Счастье сам не предложит тебе. Путь к нему сквозь грозы. Путь к нему. Внимание, внимание! Завтра мы выходим в перевальный поход. Среди нас находится человек, который пойдет через этот перевал в 20-й раз. Это Иван Иванович Горин. Поприветствуем его, товарищи, и поздравим с таким необычным юбилеем. Староста нашей группы Баширов Анатолий Ефремович.
турист-перворазрядник, кандидат педагогических наук, так что по всем хозяйственным вопросам обращаться к нему. Товарищи, перед сном всем собрать рюкзаки и вымыть ноги. Отбой, 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 товарищи! Говорит радиоузел турбазы «Северный приют». После завтрака торжественные проводы 96-й группы, отправляющиеся через перевал к морю. А сейчас послушайте туристские песни. Идея есть. Ну-ну. Дней 10 на море позагораем и махнем в Одессу на пароходе, а? А деньги? А мы на палубе, а? Спокойно, ребята, не хватит и на палубу. Тогда давайте наймемся в совхоз собирать черешню. А-а-а. Работать будем. Ну, заработаем, куда хотим, поедем. Это с ним-то? А что? Против? Саша, Саша! Ну, где твоя блондинка? А помнишь, твою рыженькую? Ну, из Ростова, с 14-го маршрута. Так вот она письмо прислала. С ума, говорит, схожу. Хожу по квартире, твое имя шепчу. Что с ней делать? Женись. О, товарищи зоотехнику, привет. Как там на перевале? Снегу много? Да какой там снег? Нормально. Старый растаял, новый не выпал. А реки перейти можно? Да чего их переходить? Они сейчас мирные. Так вы сегодня уходите? Да. Значит, увидимся. Вот все хорошо. Одно плохо. Только с ними познакомишься, а не за перевал. Да. Ладно, пошли. Хочу сбегать на южный приют. Дело есть. Вера, примерь, пожалуйста. Это самые лучшие. Ой. Я их не надену, Кирилл. Да ты что? Ты куда? К директору. Зачем? Ругаться. Надоело, это бессмыслица. Ох, не смеши людей. Разве требует порядка смешно? А мать говорит моя, поезжай, если путевку дали, проветрись. Между прочим, моя подружка на турбазе вышла замуж. Представляешь? Представляю. Вот. А я говорю, зачем мне это Черное море, когда у нас под боком белое? А потом, если лишние деньги завелись, давай лучше девчонке купим чего. Колготки так горят. Все. Ау. А у нас с тобой серьезные отношения? Серьезные. Конечно. Конечно, серьезные. А ты что, разведенная, что ли? А тебе не все равно? Вам что конкретно нужно? Ботинки. Зачем?
У нас через перевал в тапочках ходит. Один в прошлом году. Помнишь, Гоги? На спор босиком прошел. Вот так. Но вы обязаны обеспечить нас горной обувью. Штормовок нет. И шнурков нет. И примусов нет. А если нет, откуда я возьму, молодой человек? Если вам не нравится, не приезжайте. Ну что ж, придется писать в газету. Кто такой? А, инженеричка какой-то. Видали мы таких. Слушай, Георгий, догони. Успокой. И найди какие-нибудь ботинки. Я должен подбирать с клиентов ботинки? Пусть за меня займется. Александр Петрович, только для вас сделаю. Спасибо. А, беспокойная здесь работа, Гоги. То ли дело в профилактории, кинозал, сауна, пляж. Все довольны. Никаких проблем. Жалею, Гоги, что перешел сюда. Перед вами памятник архитектуры 16-17 веков. В горных селениях сооружались склепы в виде надземных фамильных усыпальниц для коллективных погребений. Эти памятники имеют важное значение для изучения далекого прошлого. Город мертвых является... Быстрее, товарищи, быстрее, поторопиться, поторопиться, повеселее, потянули, повеселее, мы потянули. И так потеряли 2 часа. Вера, нельзя садиться, встаньте сейчас же встаньте. Не кричите на меня. Давай рюкзак. Как это мне пришла идиотская мысль купить туристскую путевку. Видишь ли, эта идиотская мысль пришла в голову мне. Ну уж нет, теперь я буду в отпуск ездить одна денешенька куда-нибудь. Вера. На необитаемый остров. Ты опять хочешь меня обидеть? Ну хорошо, я обижусь. Вам помочь, Вера Васильевна? Верочка, пошли, пошли. Вы что, Верочка, поссорились? Ну ничего, помиритесь. Потеряла я колечко, потеряла я любовь, наверно. Потеряла я любовь, а по этому колечку буду плакать день и ночь, день и ночь. Наверно, буду плакать день и ночь. Где девался тот цветочек? Yeah.
перевал! Ура! Перевал! Это перевал! Там за хребтом море! Сначала мы пойдем по тропе вверх по гребню. Потом начнется спуск, который мы должны пройти за 2 часа. В конце спуска будет мост через горную речку, а там 15 километров до турбазы Южная. А море когда? Я с утра купальник надела. Между прочим, через этот перевал шли войска амазонок, чтобы соединиться со скифами и образовать племя сарматы. Марина! Марина! Астя! Астя! Ну что вы делаете? Ну прекратите сейчас же, вы же портите природу. Господи, всегда одно и то же. Вам что сказали? Обею над той скалы камня. Вот так. Ребята! Идите скорее к нам! Подходи, давай! Людочка, сейчас же дождик будет. Мне тоже не нравится погода. Давайте с нами! Иду, иду, сейчас! А вам вообще ничего не нравится? Все критикуете. На память! Все вместе! Давайте, главное улыбаться. Кирилл, ты меня прости. Ладно? Я зла, я нехорошая. Но это пройдет. Хорошо. Обязательно пройдет, правда? Давайте попробуем. Наверное. Так, веселее. Не расходиться, не расходиться. Веселее, девочки. Сашенька, сфотографируй меня. Перед дядем надо отчитаться. Только что горы были заметны. Дочка 3 месяца как замуж вышла. Вот мне зять и купил путевку. Бери, говорит мамаша, все, что хочешь, бери. Только Христом Богом поезжай. Вот я и поехала. Сашенька, сними, пожалуйста. А у вас что, однокомнатная, что ли? А ты откуда знаешь? Точка попала. Хорошо, Анна Макаровна, снимаю. Бабушка в командировке. Чуткая, чуткая. Товарищи! Товарищи, соберитесь в кружок, товарищи! Надо провести беседу! Ну, Володя, ну что ты сидишь, я не знаю. Ну, собери людей, Володя. Чего их собирать? Все здесь. И вообще, дай ты им свободу. Они отдыхать приехали. Анархию хочешь, что ли? У меня горло болит. Андрюха, пряник хочешь? Давай. На. Чего у тебя с ногой-то? Натер. Я же тебя предупреждал. Больно? Умираю. Слушай, а ты идти ты можешь, а? А я, может, вообще больше никуда не пойду. Хорошо придумал. А мы как же? Ну, а чего? Скинемся по пятерке и в обход на машине. Да ты что? Ну, а чего? Жалко, от группы-то отставать. Ну, потерпишь, ничего. Я сейчас за Йоном схожу. Давай. Потерпишь, ничего. Потерпишь. А понесешь, нет? Поставь на место. Поставь на место. Поставь на место. Поставь на место.
сразу! По знакомой дороге! Кто нас там ждет? Там 97-я! Надо идти на южный! Володя, как ты считаешь? Не знаю! Правильно! Надо идти на южную! У меня есть карта! Я могу повести группу! А почему именно вы? Мы инструктора, мы и поведем! А по-моему, надо идти назад! Да ставьте! Вы всегда говорите не то, что надо! О чем вы говорите? Нужно спускаться! Спускаться туда немедленно! Там ведь люди гибнут! Крутой спуск! Обрыв! Я пытался им помочь! Вы же видите, они неуправляемы! Это мои студенты! Я не могу ими рисковать! Ну как же так? А вот так! Слушайте! Пусть инструктора справляются! Пошли, ребята, пока тропу не занесло! Туристы пришли? Пришли. А что-то я вас не помню, девушка. Они давно пришли? Давно. Еще вчера. Они должны были ехать к морю, а автобусы не пришли. Дорогу размыло. Вы из какой группы, девушка? Из 95-й. А что? А где же 96-я? Кто же пойдет в такую погоду? Они глупые, что ли? Кто их отпустит? Пойдем сегодня к Хасану. На день рождения. Он двух баранов зарезал. Внимание! Говорит радиоузел турбазы Южная. В связи с резким ухудшением погоды отменяются все выходы в высокогорную зону. Thank you.
Володя, я эти места знаю. Отсюда часа три до Коша, а там пастухи. Они помогут нам. Надо перейти реку. Иван Иванович, миленький, пожалуйста. Пока вода не прибыла. Вы посмотрите на них. Я помогу. Обязательно кто-нибудь сорвется. Ладно, я пойду на тот берег. Найду людей. Ты не волнуйся, все будет хорошо. Туда, на перевал. Давай, давай, делай что-нибудь. Ты же инструктор. Ну! Вот туда. Туда, туда, на перевал. А я туда не полезу. Ну, слушай, решай, говорю тебе. Делай что-нибудь, говорю. Решай! Нас все равно спасут. Ничего, вертолеты прилетят. Такую погоду вертолеты не летают. Что же мы их оставляем? Как же вам не стыдно? Пошли вниз. Вот видишь? Вот и хорошо, что вернулись. Сашенька, осторожно. На регистрацию, на регистрацию. Веселее, 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 веселее. На регистрацию, давайте, давайте. На регистрацию. Боги, а ты куда? Боги, я схожу через перевал. Надо отдать карточки. Догоню их на южное. Неохота тебе такую погоду. Бизнес, Боги! Ты скажи на всякий случай, Петрович. Хорошо, Боги, спасибо. Давай, счастливо. Давай, давай, давай. Ну, конечно. Александр Петрович! Быстренько! Еще парочку сможешь? Сделаем! Давай! Александр Петрович! Ну, подожди! И еще захвати пару! Чего тебе? Александр Петрович, я сбегу на южную, мне надо. А ты знаешь, что тебе завтра, 97-ю, группу вести? Буду, как штык. Приду сегодня ночью и таскай своих клиентов на стоянку, а? Будешь? Буду! Иди! Хорошо! Я пойду.
Куда? Искать надо. Спички дай. Возьми. Ну что сидишь? Работать надо. Все работают. И ты работай. Рюкзак. У меня там джинсы были. Белые. Моли Бога, что жива осталась. На вот. Надень. На, детка. Давай я тебя заверну. Вот так, родная. Вот так. Вот. Все будет хорошо. Давай. Ой. Ой. Подними головку. Подними. Марина. Марина, Марина, не спи. Семочка, Мелечка, ну я только одну секунду. Мариночка, нельзя, не спи. Ты замерз? Нормально. Семочка, как хорошо, что мы вместе. Саша, отдохни. Сейчас вам жарко будет. Тепло. Тепло, тепло. Вот костер погаснет, и околеем все. В конце концов, пойдет кто-нибудь за дровами или нет? Сам иди. Саш, не уходи, ну пожалуйста. Надо. Я скоро. Ну что ж, вы, миленькие, нас давно уже ищут. Да кто там нас ищет? Ищет. Тут самим нужно ориентироваться. В общем, так. У кого какие продукты, давай сюда, в общую кучу. Будем делить поровну. И все, что ли? Что случилось? Где Петрович? Спит. А что случилось? Извините. Извините, я сейчас. Извините.
Александр Петрович, там ужас какой-то. Какой ужас? Снегу навалило. Ну что снег? Что ты, первый раз видишь, что ли, снег? Так ведь замерзнут они. Вы же сами знаете, как они одеты. Там же они к морю шли. Ох, как не вовремя. Ох, как не вовремя. Вечерней связи не было? И не могло быть. Батарейки нет в рации. Как же, я привез. Я же говорил вам, которые вы привезли, эти не подходят. Ох, как не вовремя, господи, как не вовремя. Что же делать-то, а? Что же делать? Надо собрать всех инструкторов и идти туда на поиски. Кроме нас здесь никого нет. Все в кино уехали, в поселок. Что вы предлагаете? Мы с Демьяном пойдем. Возьмем фонари. Ага. Не разрешаю. Что вы там вдвоем сделаете? Я думаю, обойдется. 200 тысяч прошло. И эти пройдут. Давайте спать. А то сейчас поднимем панику. Людей потревожим. А оказывается, все зря. Все порвано. Андрей. Андрюша. А, чего, Саша? Пойдем со мной, а? Прогорится, замерзнем. Да, чуть-чуть не хочется. Ты, да и ты не ходи. Хватит. Саша. Ты говорила, где-то должен быть Кош. Как полоумные бродим. Не бродим, а ведем поиск. Заткнись. Загнемся из-за тебя. Остановимся, действительно сдохнем. Я сказал, пошли в Кош. Поищем немного, мы вроде здесь не были. Холодно, не могу больше. Посмотрим под теми скалами. Ну ладно. Пошли. Куда? Куда, куда? Вон под те скалы. Братцы, это же наши! 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 Баширов, братцы, хорошо, ты вас нашла. Вы живы. Пошли искать остальных. Я знаю, что мне делать. Мои люди со мной. А вы за своих ответите. Я вас прошу. Баширов, я вам приказываю. Вставайте. Вставайте, идите искать людей. Баширов, они же могут погибнуть. Я сказал, вы за это ответите. Это что? Я отвечу. Я отвечу. Я за все отвечу. Ты трус.
пожалуйста. Где Саша? Ну, сходи, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Ну, ты видишь его? Нет. Ну, Андрей, ну, пожалуйста, ну, иди. Ну, Андрей, ну, его нет, ты видишь. Пойди, посмотри, что с ним. Ну, пусть он придет, ну, сходи же, пожалуйста. Ну, иди, иди. Сема, собака лает. Какая к бесу собака? Собака, 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 слушай. Галлюцинация. Действительно собака. Это кто? Кто это? Эй! Николаев! Товарищ Николаев! Спасите нас! Мы замерзаем! Мы не знаем, что нам делать! Вся группа здесь! Нет! Нас только 9! Я не знаю, где остальные! А Вера с вами? Ушла! Куда? Я не знаю! Ушла! Никуда не уходите отсюда! По берегу к мосту вам не пройти! Наверх тоже не вздумайте подниматься! Не уходите никуда! Ждите меня здесь! И не давай им спать! Слышишь? Пусть двигаются! Пусть двигаются! Слушай, где Саша? Он идет за тобой, да? Ну, говори. Что ты молчишь? Почему ты молчишь? Где Саша? Ну? Я нашел только дрова, а его нигде нет. Тихо. Там такой обрыв. Молчи. Я искал. Его нету нигде. Молчи. Ну что стоите? Двигаться! Двигаться! Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Четыре! Раз! Два! Три! Четыре! Двигаться! Двигаться! Раз! Два! Три! Четыре! 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 Раз! Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Зина! Раз, два, три, четыре. 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 Раз, два, три. Это свинство! Какое же это свинство! Ей ничего нельзя сделать. Боги, Боги, ты представь. Мы с тобой здесь, а они, может быть, там, на перевале, понимаешь, что это? Ну, разве это не свинство? Конечно, свинство. Ты не думай, я все понимаю. Да дело-то не в этом. Так нельзя просто. Нельзя так просто! Понимаешь? Так нельзя. Ты куда? Дело есть. Пойду собирать народ. Слушай, ты вставай. Вставай! Проснись ты! Где Вера? Это я тебя должен спросить, почему ты здесь, а ее нет. Валентин, там у тебя бревно хорошее. Только нам втроем не унести. Одевайся и пойдешь со мной.
понесем. И других найдем, не сквозь землю же они провалились. Держи сапоги, одевайся быстрее. Николаев. Я не вижу, что ли? Что я там нет? Ничего, ребята, потерпите! Быстрее. Так, поставили. Потихоньку опускаем! Ходи. Хорошо, хорошо. Пошел. Да помогите ему! Эй, вы! Что вы там стоите, как сонные муки? Назад! Куда? Сорвешься! Руку давай! Руку давай! Руку! Это Вера. Ты слышишь? Кирилл, ты слышишь? Где? Это Вера. Вера! Давайте все Вера! Вместе! Вера! Три, четыре! Вера! We'll be right back.
Господи! Я в коше у Николая. А заснул. Сам не понимаю, как это получилось. А спал, пока не разбудили. Извини, пожалуйста. Вера. Да нет! Я вас еще раз спрашиваю, есть штормовое предупреждение или нет? Алло! И прогноз погоды на завтра и послезавтра. Вот так. Не позаботишься, не встряхнешь же их там. Ничего не получишь. На чем остановились? Имея в виду изменения метеоусловий, создавшие... Подождут. Создавшие аварийную обстановку по маршруту 96-й группы. Очень хорошо. Только ты понимаешь, что надо отредактировать? Пиши так. Изменения метеоусловий, которые могут привести к аварийной ситуации, создать штаб по предотвращению несчастных случаев. Извините. По... Мне надо на перевале. Не здесь. Меня спасатели ждут. Так, Георгий! Да, но если там несчастье, эти сутки нам дорого обойдутся. Не хотелось бы мне... Ох, как не хотелось бы мне идти под суд вместе с вами. Поехали! Быстрее, быстрее! Погода портится! Еще пару часов хода, и мы дома! Помогайте друг другу! Все взялись за руки! Спасибо. Возьмитесь за руки! Если вы не возьметесь за руки, я на другую. Помогайте, помогайте друг другу. Давай, давай, черт возьми, давай. Собака идет первой. Все идут по следу за собакой. Вера. Леньков, ты замыкающий. Смотри, чтоб никто не отставал. Куда? Куда, Кеша? Побудь в сенях. Побудь в сенях. Отвернитесь. Слышите? Держись. Сейчас. Держись, боюсь.
меня крепче держись. Ноги нету совсем. Надо идти, надо. Я отдохню, Марина, немножко. Марина, нельзя. Следы. Вставай, Марина. Девочка, снег заносит следы. Я пойду посмотрю дорогу. Я встану, сейчас, миленький, сейчас. Помоги мне. Сейчас, я встану, подожди. Вот, вот. Вот, молодец. Еще, еще, пошли. Пошли, мы дойдем, Марина. Дойдем, держи. Но вы идете или нет? Нет. Стой! Откуда, Агата? Стой, говорю! Отпусти! Стой! Нет, ну никак, сейчас. Сейчас, Тёмочка, сейчас я встану. Сейчас я встану, сейчас. Надо вставать, надо идти. Сейчас. Что? Нет, что, ничего не чувствует. Дай-ка. Ничего, ноги не чувствуют. Ну, так, чувствуешь что-нибудь? Нет, что-нибудь, Мариночка, ну, Мариночка. Я сам, дай-ка, я сам. Ну, сейчас что-нибудь, ну, хоть что-нибудь чувствуешь. Не совсем ничего. Уходи от меня. Маринка, что ты говоришь, что? Что ты говоришь, Мариночка? Мариночка, ну, сейчас хоть что-нибудь, что? Нет, никак. Дёма, не бросай только меня. Я просто не знаю, Марина, что с тобой делать. Только не бросай меня. Только не уходи, миленький. Что, я не человек, что ли, что ты говоришь? Марина, дура, дура. Я вернусь. Дёма! Дёма! Меня дети ждут! Я для тебя что хочешь! Дёма, не уходи! Отдохнем немного и пойдем искать Макеева, Сашу. Сколько здесь народу? 24. Еще Леньков с Мариной идут. Кстати, кто их видел последний? Я видел. Они шли нормально, сказали, сами дойдут. Ты чего раскис? Ну-ка, вставай. Вставай. Одевайся. На. Иди бей. Громче. Может, услышат. Зачем? Вставай. Слушайте, ну сходит кто-нибудь за водой. Давайте я, Валентин Федорович. Какие холодные. Угу. У меня всегда такие. А у тебя? А у вас горячие? А, у меня всегда так, как у Александра Македонского. На 1 градус выше. Знаешь, еще в детстве, когда дрова в доме кончались, младшие братишки прибегали ко мне в постель греться. Да? Их у меня 5. Я сначала думал, что болен, а потом врачи говорят, так бывает от рождения. Удивительно.
Поднимайтесь, товарищи. Она там. Живая. Где ты ее оставил? Все, мужики, выходим. Людмила, останешься за хозяйку. Иван Иванович, возьмите веревки. Так, у кого сохранилась аптечка, возьмите с собой. Берите жерди для носилок, все овчины, одеяло, все теплые вещи. А ты что там лежишь? А ну давай, давай! Ну, если очень надо. Оставайся, Вячеслав. Без тебя обойдемся. Ты здесь помоги. Легче, да?
Как ты мог? Ты же любил, ты же целовал ее. Я пришла попрощаться. Значит, все. А я уже привык к вам. Простите меня, Валентин Федорович. Да за что же это? Ну, хотя бы за то, что вам пришлось попасть из-за меня в такую историю. Из-за тебя? Ты думаешь, без тебя я бы их не спасал? Ох, бабы. Прощайте, Валентин Федорович.